Перестрелка в центре Парижа. Около 6 утра вблизи Елисейских полей двое злоумышленников на мотоциклах открыли огонь по автомобилю. Пули задели двоих сидящих в салоне мужчин. В критическом состоянии их доставили в больницу. Нападавшим удалось скрыться. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Мотивы стрелявших неизвестны, однако следователи склоняются к версии, что это были криминальные разборки.